На Краснолиманском направлении артиллерийскими подразделениями группировки войск «Центр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены орудия Д-30, автомобиль подвоза боеприпасов и две позиции 120-миллиметрового миномета. Кроме этого, расчетами ПЗРК «Верба» и зенитно-ракетным комплексом «ОСА-АКМ» поражены два беспилотных летательных аппарата украинских войск. На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск. В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки «Центр» противник понес значительные потери в личном составе и технике. Экипажи истребителей бомбардировщиков Су-34 российской группировки нанесли удары по трем пунктам временной дислокации националистов в районе населенного пункта Терны.